think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня, наверное, частенькая рубрика в будущем. Слив сразу же двух аккаунтов, два брата, Денис и Дима, насколько я понял, решили закончить играть на русском сервере и предоставили аккаунты для слива, два аккаунта донатных, причем довольно-таки неплохие аккаунты. На этом аккаунте у нас 400 тысяч самоцветов задонено. По героям, в принципе, не все герои есть. Мастер Рун, Мэри не хватает, да, там Альфаноида, Лис и Божество. Но есть, в принципе, довольно-таки неплохие герои для игры. Ну, то есть, если так вот посмотреть, да, так удобнее, кстати, смотреть. Зефир, Огник, Феникс, есть Фрея, есть Космо, есть Ворожей, есть, в принципе, все, Землеройка, Минотавр. Все для комфортной игры есть, ну, решили ребята забить, в принципе, я их понимаю, с такими обновлениями отношения разработчиков, реально играть с каждым днем все меньше и меньше хочется. Так. Поехали. Качаем. Качаем сегодня, как обычно, бочку. Надо это все сделать по бырику. И потом перейдем на второй аккаунт. Я решил сразу же два в одном записать. Такс, поехали. Поехали. Аккаунты, конечно, классные. Многие, как обычно, почему не отдали, почему то. Но у многих почта привязана и... просто нереально. Так, поехали. Кормим бочку. Хорошо идет. Так, разруху оставим. Но только у меня такие жирные бочки. Так, с Минотавра тоже можно оставить. Вот 20-е прорыва. Да и силушка не маленькая. Так, мы не сняли героев с таблеток. И прокачки хорошие. Так, где там наша имба-бочка? Блин, не снял с таблетки. Чё IGG не сделает такую кнопочку слить? Всё. На этом всё закончилось. Либо удалить просто аккаунт. Так, дерево этот... разруху можно. А это у нас две Фреи. Да, в общем, вот так вот, смотрите. Первый аккаунт пошел удачно. Чух. Чух. И все. У нас осталась как раз бочка. Самое интересное, что мы ее до фула не докачали. Так, сейчас мы ее выставим, самую жирную бочку. Докачаем, поедем. Сюда посмотрим, что у нас тут есть. Нормально, кстати, здесь 7 лямов еще. Ну, все ресурсы, понятно, мы продать не сможем, потому что у нас есть лимиты.
Плохо, кстати, что нельзя сразу все типа удалить. Так, книги нафиг. Что-то мы начали не с того, самое интересное. Сначала надо было сначала здесь почистить, потом идти туда. Так, тут мы вряд ли это все продадим. Да, у нас лимит стоит. Тоже не продадим. Скины. Ну, в принципе, по сути, эти скины, толка от них уже никакого нет. Они все равно открыты, это чисто для дальнейших прокачек. Но я думаю, вряд ли он вернется сюда. Такс. Второй аккаунт у нас повеселей будет, пободрей. Там немножко больше силы, нежели здесь. Смотрим, что там за герои. Нормально, кстати, скинов еще. Надо у себя тоже скины попродавать. Потому что не могу открывать итемы. Вот знаете, было бы прикольно. Я не знаю, конечно, это был бы полный трэш, если бы IGG ввели в дальнейшем возможность обмена ресурсами между аккаунтами, ну, определенными хотя бы ресурсами. Конечно, понятно, все бы с твинками там просто тупо менялись, но эта система была бы интересна для многих. Или внутригильдиевая, то есть там в гильдию можно задонатить определенное количество и героев там, либо ресурсов каких-то, а другие могут ими воспользоваться. Ну, в принципе, с другой стороны, они на это не пойдут, потому что так, это мы тоже продавать все не можем, к сожалению. Сменки хоть продали. Там, где золото и мана, это просто нереально. Так, на кристаллы сейчас, кстати, глянем. А, все понятно. Лимит, 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 лимит. Вдруг еще когда-то захочет поиграть. Так, таланты пошли. Таланты жалко сливать, конечно. Героев не жалко, таланты жалко. Так, все, чарки тоже слить не можем. Короче, все как всегда. Интересно, сколько кагашек у него в итоге получится. Камни. О, нифига себе, эти на красные меняются. Конечно, курс не ахти, но... Буду знать, куда у себя потом сливать. Смотрите, на кагашке все меняется, отлично. Так, ну и поехали, самое последнее, это у нас остались еще герои. Значит, я не с того начал слив. Сейчас посмотрим заодно, что у него по героям делается на аккаунте. Ну, минимум 160к у нас сила упала до 160. В принципе, где-то плюс-минус так у всех. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Но все равно почти пол ляма задоненных самов. Это тоже немало, я считаю. Разруха есть, ну как бы.
Немало, видимо, донат был умеренным. Если бы сейчас, ну, он бы до Минотавра не дошел, наверное, собрал бы алтарь. Такой даже поярче. Ну, смотря, конечно, все зависит еще от сервера. О май гад, разруху слили. Блин, сколько у него там героев. Нифига себе у него, сколько там его. Нормально у него еще и героев на складе. Арктика, когда-то было дофигища. Просто 20 паков обходилось. Сейчас, блядь, это... Смотришь, это просто пикселя, которые ничего не стоят и в игре ничего не дают. Как и большинство героев. Стоили огромных денег, сейчас это просто расходный материал. Так, ну... Блин, я уже замахался. А еще один аккаунт на слив. Надеюсь, к вам эти герои кому-то сегодня точно пришли. С бесплатки. Недостающие. Такс. Финишная прямая. Ух. Блять, открыл еще. Сказал хух и открыл. Ну пусть будет бревно и бочка. Это не страшно. Ставим дерево. Посадим ему дерево. В общем, вот такой вот, ребятушки, первый слив. Ну что, поздравляю, теперь ты свободный человек. 160-231. Окей, поехали с вами на еще один аккаунт. Там аккаунт поярче будет. Посмотрим, что там есть. Сделаем то же самое. Это аккаунт Дениса. Так, есть, есть. Здесь 653 тысячи силы. Сразу он просил гильдию передать. Вот 3 дня, один день. Ты будешь у нас лидером теперь. Так, с бесплаточка, тритонище. Что у нас здесь по донату? Здесь доната, кстати, меньше. 330к всего. Либо попозже начал играть. Но реально доната в разы меньше. Но там герои поярче были. Давайте начнем сразу с алтаря. Сразу почистим складик. И приступим. Посмотрим, что здесь у нас за герои. Силы здесь больше, я что-то думал, здесь поярче. Но хотя, в принципе, сейчас посмотрим. Здесь по героям. Там дофига было, там последних недостающих много. Тут доната меньше, посмотрим. Но силы, я смотрю, порядком больше. На 150к. Это немало. Вольт, блин, тоже раньше таких денег стоил. Сейчас это вообще ни о чем герой. Насколько игра убилась за пару лет.
Интересно, когда настанет момент, когда я свой аккаунт солью. Пока еще держимся. Я жду, пока на английском сервере запустят новую локацию. Интересно, что там будет. Такс. Что-то они странно на Тайване пока только ее запустили. Блин, пипец. Это, конечно, гемор такой, что просто жесть. Сколько героев слить. Уже палец начинает офигевать от количества слитых героев. А мать эти, их еще тут дофигища. Мы еще и роллинг устроим, 8000 самоцветов. Такс. Самое интересное у нас будет впереди. Тесочка. Так, надо сразу бочку открыть. Сейчас посмотрим, что у нас тут за герои на этом аккаунте. Рейка. Многие только, наверное, и мечтают о таких героях. А здесь их дофигища, мы их просто тупо превращаем в КГшки. Жесть. Такс, это есть, это есть. В конце сделаем роллинг и оставим на память героев, которые выпадут. Так, не использовать, продать. Все, наконец-то с героями мы решили. Офигеть, сколько здесь всего еще. Я офигею. Сундуки защиты. Это все фигня, по сути. С моря 25, нифига себе. Прикольненько. Считайте, 30 дуэлянта собрали. Так, мешочки с эмблемами. Ну, эмблемы бессмысленно вообще. Это девать, давайте откроем. Нет, давайте не будем открывать. Это потом опять сделаем вот так вот. По-мажорски. Просто продали карты и все. И забили на открытие. Это реально трэш будет. Так, с это продать, продать. Продать. Что тут у нас? Отчаяние, сундуки. Книжечки. Нормально, кстати, ресов еще выпало. Ну, это, в принципе, это все такое. Ну, нафиг не надо. Такс, продали мешочки, 10 тысяч камешков тоже поменяли, 94 карты, все на кагашки спускаем. Блин, я офигею, сколько ресурсов. Посмотрим еще, что по эмблемам здесь творится. Наверное, тоже трэш. Так, ладно, оставим это. Книги трогать даже бессмысленно, мы все равно их... О, 7900, но я говорю, что здесь поярче, 47 лямов на КГшке. Тут еще и самиков нормально. 20 тысяч самоцветов, нифига себе, мы сейчас тут, ребята, устроим жесткий роллинг еще.
Жесткий мега роллинг. Так, кулаки пооткрывали. Продать. Продать. Не смотрел, тут нормально самоцветов на аккаунте. Я уже запарился. Это пиздец. Жизнь боль. Так, продаем пока. Таланты давайте. Потом пойдем. Дальше. Посмотрим, что упадет нам на аккаунт без героев. Так, здесь нету смысла это продавать. Здесь хоть лимита нету еще. 89. Да, здесь аккаунт, видимо, попозже был создан. Поэтому больше силы, хоть там и больше доната, там, видимо, аккаунт раньше был создан, неумеренный донат, потому что, ну, сейчас нормально камней, я бы себе передал некоторые. Интересно, сколько в итоге мы кагашек отсюда выручим? Сколько, интересно, кагашек у нас получится на аккаунте? Конечно, это полный трэш. Уже глаза разбегаются. Два аккаунта на слив, это жесть. Я всегда по одному делал, а тут, блин, два. Фу. Ну что не сделаешь. Ради роллинга в конце. Такс. Давай быстрее. Что нам осталось? Это слить и идем сливать героев. Идем сливать самое-самое сочное. Посмотрим еще, какие тут герои на этом аккаунте. Ну, вот эти вот скины, в принципе, можно и не сливать. Но я уже чисто ради того, чтобы посмотреть, что здесь получится. Ради интереса. Уже домучаем пару минут. Перейдем на самое сочное. Бля, сколько скинов, это просто жесть. Почему нельзя просто вот нельзя сделать, чтобы можно было выбрать? Вот зашел, выбрал типа это. Удалить, как в многих играх есть. И не вот это вот не щелкать, не зажимать. Надо на сливы настроить себе автокликер. Это реально трэш. Ощущение, что оно не заканчивается. Блять, сколько их еще тут. Трэш. Дикий лютый трэш. Такс, есть. Фу. Короче, в итоге у нас два слива в итоге ушло в полчаса. Ну, я надеюсь, кто-то досмотрит до конца. Я уже запарился просто. Этот аккаунт приблизительно такой же, как и мой на русском сервере. О, наконец-то финишная прямая. Что у нас в итоге получилось по кгшкам? Все, мне надо что-то продавать уже.
48 лямов, неплохо. Поехали дальше. Снимаем героев. Да, здесь герои явно поярче. Видимо, помоложе аккаунт, нежели тот. Так, теперь в алтарь побежали. Жесть, нас уже в алтарь не пускает. Не хочет. Так, где наш питомник? Питомник войти. Сейчас посмотрим. Ну, видите, здесь, да, герои поярче, чем на том. Тоже минотаврик есть. Но здесь, видимо, посвежей донат был. Так, супер питомцы. Сейчас еще эмблемы снимем и все будет супер. Да, тут вот такие вот герои. Тоже, в принципе, ярко. Так, 23к у нас еще впереди. На очереди. Поехали. Я не знаю, хватит ли нам здесь одной бочки. Тут, наверное, у нас герой еще с эмблемами. Скорее всего. Так, там у нас было 160к осталось силы. Интересно, сколько здесь останется. Так, остальные, походу, все на этом. На эмблемах, да, так оно и есть. Ну, кстати, вариант барда, о котором я снимал видос. Истинная вера плюс зэшка эмблемой. Так, минотаврик сняли. В башенках вроде никого нету. Так, с ремочка. Эмблемы нету смысла сливать, они все равно. Так, вижу, башенки есть все-таки. Сейчас еще в башне забежим. Поснимаем оттуда, давайте сначала эмблемы. Бля, вот это я нащелкался на сегодня. Можно идти тупо отдыхать. Палец на сегодня прокачан. Так, воодушевление. Тут еще дофигища героев в башнях. Так, съесть. С этим разобрались. Поехали дальше. Так, мы там на ком-то щелкнули. Ладно, пофиг. Поехали. У нас две бочки. Две бочки. Автодобавка не работает. Так.
Вдруг он начнет играть. Мы сейчас ему натащим имбовых героев. Так, максимальный уровень достигнут. Супер. Поехали нанимать еще одну бочку. Бочка номер два. Да, сегодня бочки так не кормились еще нигде. Так, что там у нас в алтаре осталось? Тыковка в тотеме, да? Так, здесь мы ключик нажали. Тут у нас тоже тотем. Как это мы здесь питомца пропустили? Так, супер пэт. Эта бочка у нас на таблетке. Все. Бум. Все, поздравляю. 175к. Видите, здесь немножко больше у нас получилось. Наверное, скины прокачаны получше были. Созвездие. Ну, поехали, ребята. Самое интересное у нас впереди. 450. Валентина. Еще одна Валентина. Эпический роллинг в конце. Тащим легендарных героев. Тащим недостающих легендарных героев. Трифит, Медуза, нифига себе. Это жестко. Гаргул. Капитан Дрейк, Леди Лео. Ну все, с такими героями. Влад Дракула, можно однозначно начинать игру с нуля и опять донатить. Шучу, конечно. Нафиг донатить в эту помойку больше. Так, укрот. Ведьма Седна. Нифига себе, смотрите, сколько лех недостающих героя мы вытащили. Леди Лео, ПБшка, сердцеедка, да ну нафиг. Валентина, 3 Валентины. 4 Валентины. Бочка даже упала. Не, это жестко. Это самый эпичный жесткий роллинг на бездонатном аккаунте. Смотрите, сколько лех. Раз, два, три, четыре, восемь, 12. 15 легендарных героев, недостающих. Ребята, 15 недостающих легендарных героев. В общем, такие вот дела. О, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Ну а владельцам аккаунта поздравляю. Теперь вы свободны. Добби свободен. Все, всем удачи, всем пока.